Дом Маштакова пока красуется лишь в проектных документах. Чтобы таким прекрасным он был и вживую, предстоит немало работы. Сейчас реставраторы подняли здание, чтобы укрепить его фундамент. Затем начнутся работы по внутренней отделке и восстановлению фасада. Снаружи рабочие постараются сохранить каждую деталь уникального дома, построенного в начале 20 века по проекту знаменитого архитектора Александра Щербачева. Объект замечательный, сразу скажу. Это прекрасный образец купеческого дома, вот эпохи русского стиля, модерна, очень красиво по архитектуре. То есть это действительно прекрасное произведение искусства. Еще в 1992 году здание взяли под охрану. Долгое время градозащитники хотели отреставрировать этот объект культурного наследия. Теперь появился проект, который позволит интегрировать обновленное здание в современную городскую среду. Внутри, после реставрации, откроется культурное пространство «Заварка» – музей-галерея, объединенный с кафе в купеческом стиле, которая позволит проводить различные выставки, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Здесь будет возможность для всех креативных, творческих людей собираться. Здесь будет свободное пространство для организации новых выставок. Это место, где всегда будет тепло и ярко, интересно, живо. Реставрацию дома Маштакова выполняют на средства областного и городского бюджетов, а проект «Заварка» будет реализован на средства президентского гранта. Также в регионе запущен проект «Историческая память». В его рамках восстанавливают 10 объектов, а еще два – храм Михаила Архангела в поселке Шмидта и Шахабаловская богадельня на Красноармейской – в этом году были отреставрированы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.